В центральной поликлинике Люберецкой областной больницы появится новое рентгенологическое оборудование. В специальном кабинете уже провели демонтаж старого оборудования и усилили перекрытие в местах установки аппарата. После завершения капитального ремонта установят современный аппарат для проведения рентгенологических исследований на 3 рабочих места. В прошлом году нам был установлен новый рентген-аппарат, который вы видите сейчас, цифровой. А в настоящее время ведется капитальный ремонт помещений для замены и установки нового рентген-аппарата, который нам улучшит доступность рентгенологических исследований. Благодаря этому аппарату мы сможем выполнять в том числе эндоскопические исследования. Такого тяжелого оборудования, инновационного, у нас будет установлено в этом году на 5 поликлиниках. Мы следим четко за каждым объектом, за каждой поликлиникой, как проходят работы, какие есть риски, чем нужно помочь. И совместно с коллективом нашего здравоохранения эту работу выстраиваем так, чтобы к концу года в каждой нашей поликлинике это оборудование появилось.